Протестное лето добралось и до Иваново. В областном центре прошел пикет за честные выборы. Это своеобразная акция солидарности с москвичами, которые в очередной раз выходят на улицу отстаивать свое активное избирательное право. У меня сегодня происходит одиночный пикет, одиночная акция. Я вышла в поддержку митингов, происходящих в Москве, Санкт-Петербурге, связанные с выборами, с отсутствием выборов в нашей стране. Ситуация такая, что Конституция попирается, честных и справедливых выборов нету, а власть пытается всеми способами удержаться. Заявку на проведение акции направляло региональное отделение партии «Яблоко». Мэрия не согласовала, объяснив это тем, что площадка на революции уже занята. Действительно, в то же время у памятника появилось несколько человек из лояльной власти организации «Новый рубеж». Мы спрашиваем возраст людей, спрашиваем то, что, чтобы улучшить дальнейшую политику города Иваново молодежи. А расскажите, не мешают ли вам люди, которые проводят здесь несанкционированную акцию? Мы просто не обращаем на них внимания и проводим должную работу. Впрочем, совсем без внимания сочувствующих москвичам не оставили. Для истории мероприятия снимали люди в штатском, а полицейские напомнили, как следует себя вести, чтобы остаться в рамках закона. Вместо массовой акции граждане устроили несколько одиночных пикетов. Принесенные с собой плакаты разворачивали всего на несколько минут, чтобы сделать фото. И, конечно, никаких громких речей и лозунгов, ведь это чревато задержанием. Я думаю, мы свои цели выполнили. То есть наша задача была принципиально отстоять эту площадку и заявить о своей цели, это свободные выборы. Мы изначально не готовы были уступать проведение, перенести это место в какое-то другое, куда нам предлагали памятник Фрунзе идти. Мы хотели здесь, мы его провели. Пусть в формате одиночных пикетов, пусть в формате гражданского собрания. Но акция прошла достаточно для нашего города многолюдная. То есть 20 человек – это уже хорошо. Никаких провокаций ни от митингующих, ни со стороны правоохранительных органов, как в Москве, к счастью, не было. Но и митингом это можно назвать лишь с натяжкой. В какой-то момент вместо политики даже начали обсуждать историю края. В Одессе почему-то этот памятник не очень подошел, и поэтому передали его на родину Первого Совета. И вот он так у нас стоит, потому что местные жители всегда очень обижаются, что он у нас без обувки, потому что говорят, что ивано-вознесенские ткачи ходили в сапогах. Несанкционированная акция на площади Революции изначально позиционировалась как пикет за свободные выборы. К назначенному времени на площадь пришло чуть более 20 человек. Пара-тройка минут с плакатами и несколько фото на память. Это, пожалуй, все, чем запомнится акция в Иванове 3 августа. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.